Вот мы подошли к Храмовому пруду. Сегодня у нас 25 апреля. Вот с дороги мы сошли. Это мы с лагерного сейчас пруда идем. И вот здесь братья работали зимой. Спиливали деревья различные. В основном ветла. Вот. Сколько дров лежит еще, не убрали. Сейчас подходим к сливу. Вот слив. Вот Храмовый пруд называется. Сколько чурок плавает еще. Ну это постепенно вода спадет, мы повылавливаем. Всего две доски. Оттуда так легче пройти. По две доски. Здесь-то бурелом. Почему? Так нет, я специально заснять. Заснять? Конечно. А собаку как? Ну как обыкновенно, сейчас пронесем, да и все. Пускай спрыгивает, да и все. Шарик, прыгай. Он даже спокойно прошел. Сейчас, подожди. Это зря. Это нельзя делать. Сейчас. Сейчас, Шарик, иди сюда. О. О, Василий спокойно прошел даже. Вот она, ветла лежит. А? Ну там у нас. Отсюда пускать. Не, зачем? Тут для укрепления берега он лежал. На берег. Да, это у нас запасной. Мы же тут вбивали шифер, чтобы бобер не грыз. Вот остатки лежат. Может и заберем потом как-нибудь. О, такие чурочки хорошие получились. Полно дров. В том году сколько мы накололи дров, и в этом году тоже сколько еще можно потрудиться будет. Ну тут вроде пока дров не видать было, бобровых. Так вот он выглядит, Храмовый пруд. Слава Богу за все. Аллилуйя.